вас приветствует компания «Арт-паровоз Концерт». Сегодня мы расскажем о интересной вечеринке, проведенной нами в августе 2010 года. Мероприятие заказано торговой маркой 362, активно выводящей на рынок свой продукт. Проанализировав стратегию продвижения нового бренда, мы предложили провести ретро-вечеринку по мотивам фильма Гайдая «Бриллиантовая рука». Подготовка к 362 началась за месяц до самого мероприятия. Местом проведения был выбран стаут-бар, находящийся в самом что ни на есть ретро-уголке Алматы, парке культуры и отдыха имени Горького. Мы объехали все блошиные рынки Алматы в поисках раритетов той эпохи. В итоге приобрели массу интересных вещей. Раритетные значки, монеты и рубли, книги. А в качестве главных призов был найден настоящий дефицит. Электробритва, радиоприемники, ЭВМ, вентилятор и даже портативный магнитофон. И очень важно, что все это работало. Прямо у центрального входа в бар мы установили столик с призами. Получился почти музейный стенд. Настоящей машиной времени, которая перенесла гостей в 69-й год прошлого века, стала уникальная подборка из 150 плакатов советской эпохи, развешанных по всей территории. Только на их расклейку понадобилось несколько часов. Они заставляли улыбнуться возле баров, остановиться у входа и задуматься в уборных. Дополнили настроение гелевые шарики, развеселившие даже наших сотрудников. Итак, стаут-бар в парке Горького на один день превратился в известный каждому ресторан «Плакучая ива», где Семен Семенович Горбунков исполнил главный хит этого фильма – песню про зайцев. Отдельно стоит сказать, что в этот день в баре действовало специальное ретро-меню с оливье, селедкой под шубой и яйцом под майонезом. С полудня из мощной аппаратуры, установленной нашими друзьями компанией «Радикал», уже играли шлягеры второй половины 20 века. Взял и развел вагон, и усмехнувшись криво, крикнул вот он день, ой, губит людей любимо, губит людей вагон. Справа от входа в зону основного действия был установлен welcome drink из водки 362 и лимонадов ретро-серии. Но главной силой, создавшей у гостей вечеринки ощущение праздника и переноса в события «Бриллиантовой руки», стали аниматоры, артисты немецкого и лермонтовского театров Алматы. Все в порядке, шеф. Объект готов. Вообще-то я не хотел ехать. Я хотел купить жене шубу. Чтоб ты жил на одну зарплату. Которые встречали гостей и задавали правильный настрой на позитив, угощая всех 362. Тогда за нашу чайную. И сыпя направо и налево крылатыми фразами из «Бриллиантовой руки». Наши артисты пели, разыгрывали сценки, фотографировались с гостями и настолько подготовили публику, что когда перед баром возникла лодка с музыкантами кабаре «Драйв» проекта «Кино и немцы», она как будто сорвала пробку с бутылки шампанского. Вечеринка забурлила и взорвалась тысячами пузырьков. Лодка причалила прямо к перилам, «Кино и немцы» высадились на берег и взорвался фонтан ретро-хитов. Мы останавливали музыкантов только для того, чтобы разыграть наши уникальные призы в несложных викторинах и розыгрышах. Апофеозом стали конкурсы от Анны Сергеевны и живое исполнение гостями песни про зайцев. Портсигар отечественный вручается Славику! Браво!
А когда призы были розданы, мы опять поменяли временные пояса и закончили наш вечер дискотекой 80-х и 90-х. Артисты уже отыграли свои роли и спели песни, продолжали трудиться лишь наши фотографы. Они выдавали гостям сюрпризы в виде фотографий, сделанных также в стиле 70-х. Компания «Арт-паровоз концерт» с гордостью представила свой проект 3.62. Мы благодарим всех, кто принимал участие, помогал и переживал. Последние новости компании «Арт-паровоз концерт» на www.gastroli.asia. Ярких вам впечатлений и до встречи на концертах. Поверь, мне тоже очень жаль, что все закончилось так скоро. И снова нужно уезжать. А я люблю твой тихий город. И снова нужно уезжать. И ждать почтовые конверты. Поверь, пойми, мне тоже жаль. Уже прошедшие концерты. Поцелуй твою слезу, и слезу, и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Нет светлее твоих слез, потому что я тебя люблю.